произошло то, что искали преступника, который находится в розыске. Была информация в МВД о том, что данный преступник скрывается по данному адресу. Сюда пришли сотрудники милиции, мы будем разбираться, превысили свои полномочия сотрудники милиции или нет. Это будет разбираться от управления собственной безопасности. Касаемо того, что вред причинен сотрудниками правоохранительных органов, все будет возмещено в полном объеме. То есть МВД уже этим занимается. Дальше мы будем разбираться. Прокуратура назначила тоже проверку параллельную. Никто это не оставит так. Наша просьба тоже, как от МВД, чтобы данный человек, который находится в розыске, сам пришел и сдался. И я думаю, что данная ситуация будет урегулирована мирным путем, спокойным, и все будет нормально.